Виктор Маслов участвует в турнире по пейнтболу «Ядерный удар» во второй раз. Когда мужчина узнал о событии, то решил собрать команду. Для него пейнтбольные состязания – возможность активно провести выходные, получить заряд положительных эмоций, почувствовать адреналин и азарт во время игры. Хоть высоких целей команда и не ставила, но все-таки настроила себя на то, чтобы стать лучшими среди своей категории. Главное – выиграть всех тех же, таких же новичков, как мы. Тут есть пара команд, которые прям занимаются опытом. Им тоже хотя бы двух да выкосить надо. Новые друзья, знакомства, новые эмоции, опыт. Классно. Ежегодный турнир по пейнтболу «Ядерный удар» в этом году прошел на стадионе «Авангард» в 16-й раз. Соревнования среди сотрудников РФЦВНИЭФ проводит пейнтбольный клуб «Реактор». По традиции на турнир приглашают молодых специалистов, которые только начали карьеру на предприятии. Самые заинтересованные и активные участники в будущем могут присоединиться к команде «Реактор». Нам главное занять работников РФЦВНИЭФ, их досуг обеспечить и привлечь к спортивному образу жизни. Ну а если получится, если кого-то вдруг заинтересует, то добро пожаловать к нам. В каждой команде играли по 5 человек. Правила в пейнтболе простые. Нужно поразить противников шариком с краской, либо дойти до их базы. Игры в рамках турнира получились захватывающими, независимо от опыта участников. Пейнтбольная команда «Реактор» участвует в отборах на Кубок России от Москвы. В Нижегородской области это единственная команда, которая вышла на общероссийский турнир. Начиная с мая, каждый месяц спортсмены ездят в столицу на различные этапы. В ближайших планах команды – выезд 15 сентября на заключительный 5-й этап Кубка России. В холодное время года спортсмены будут тренироваться в помещении и готовиться к следующему году. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».